He didn't do enough. Five under, and Danny Willett within seven. So it's all happening on moving day at Marapendi. Back to the tennis semi-finals.
so tough to deal with. Yes, it got the line. No! Nadal turns it. Ох, как ну эта серия, вот этот топчин. Что-то уж очень неудачно принимает подачу. Мне нравится, как он отвечает. Он отвечает и остро, и глубоко, и сильно, и просто. Ведь хитрый, очень воспитанный. Очень воспитанный. Очень воспитанный мальчик. Поэтому вот по характеру он не должен вызывать таких особенных симпатий. Но у него игра. Да. Игра не имеет равных, конечно. Ну, сейчас он уже не выигрывает, но не важно. Потому неспроста, в общем-то, если и сравнивать Федерера, то только вот с Руденом Левером, который тоже играл вот так именно, да? Создавал, в общем-то, интересную очень комбинацию, игру. Это кто-то, Миша, Левер? Левер, да. Ну да, но тогда были деревянные ракеты. Конечно, мне кажется, это очень трудно сказать. Нет, это невозможно. Просто, по сравнению со всеми, он был разнообразнее. Это да. Ну, мы находимся где-то на уровне, наверное, 100 метров над уровнем моря. Ой, как! Ух ты! Поэтому это очень здорово подобрал слова, и мы вовремя это все сказал на центральном корте Уимблдона, когда, ну, его так решили утешить, по-моему, бар. Ох, как бил, как бил. Вот сейчас полную силу. Два раза. Ну так он просто отмахнулся, ну конечно, летело со страшной скоростью просто. А тут и удар получился. Подходит к этому удару. Знаешь, вообще-то удивительно для такого парня крупного, да? Жестче стал играть, он себя получил. Есть ощущение необязательности, то у него... Ну,
Рафа будет шанс. Ну, посмотрим. Ну да, и первая подача на этот раз... Оба раза очень здорово осуществило. Сейчас можно и ложиться. Вот, а сейчас ложился. Когда уже несколько свободных мест. Мы видим, но это на солнечной стороне там. Ох, там, ну повезло. Все остальное это он, наверное, мог делать, да? Ну, наверное. Ты знаешь, он же, помнишь, он приехал вдруг в Токио неожиданно для всех, он не играл. Ну, решаться в том смысле, что выиграли Дель Потро сразу или... Да. И двойная, нет? Нет, попал. Нет. Попал. Показалось. Ох ты, ну так. Да, вот первая ошибка. Раз был 40-0 и Баутиста Агут. Отыгрывал. Ну, ничего не получилось. Рафа не мог быть, солнце мешало ему. Ух ты. Ну, это вот такая, в этом матче мы видим. Аут. Дальше уже все но было. Сейчас есть. Все усилия всей недели. Ой-ой-ой. Вот 33. Ровно. Да, повтор. А вот это его карма, не надо рискнуть. Вот потому-то я удивился. Так... Нет, ошибки надо. Нет, не попадает. И Дель Потро. Без укоризны. Какой мяч настал, ну конечно обработать. Сейчас опять, да? Не ударила, именно вы. Дель Потро, конечно, эффектнее и опаснее иногда, но вот если сравнивать стабильность, тут, конечно, преимущество. Ну да, он как тайфун налетает временами. Да. На его подачу. Да, под ноль просто будет. Гейм Рафа. А вот уже пошел Рафа в атаку. Конечно. И ноль вот эту вот косую. Смучил. О, как здорово. Оба раза ковалей. Да. Два раза с ковалей. И еще на вылет. Укоротил, да? Не выходил, но тем не менее умел, потому что вот он же с первых дней вот играл да. На...
Ох, как здорово! Ох, какой удар! Да, вот. А вот вылетает подача. Ох, как Надаль. Ой, как Надаль резко. Да, и берет гейм. Ну, самый тяжелый, безусловно. Из всех сыгранных ракет. Удержать свою у Дель Потро. Ох, как. Надаль угадал, что... Ну, вот хорошо. А с бэкхенда у Рафа 7. 7-8 гейм, они, в общем, могут стать всегда определяющими. Да, так что тут и не боролся до конца. Ох, какой удар, да. Какой ход придумал? Рафа не ошибся! Обводя... И даже так... Нет, остановил мяч. Остановил мяч, но Рафа будет проверен. Достал. И сыграл здорово. Вот, вот он как затанцевал, посмотри. Да. Попал. Ох ты, Рафа. Рафа ни одной ошибки не допустил. Ох, как сыграл Дель Потро. Вот это да. Ух, 0-40. Аут. И два мяча отыграл из трех. Дрогнула рука. Аут. Аут. И Рафа выигрывает и этот гейм. Сумасшедший. Ну тут. Да, вот так. Получил. Что-то очень часто, да, вот в последнее время мы. Идет мяч. Да. И это... Попал, как попал на Надаль. Ох ты. Ну, безупречно.
Не попала первая, да? Не попала. Попала! Попала! Попала. Ох, как Рафа сыграл! Как Рафа... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, как дрогнула рука! И выиграл аргентинец. И Рафа понял.